Алло. Снимайте нормальных ребят. Вы скажете, что я вашу камеру разбил, да? Девчонки, там что-то пока не стоит со стой, пока не Россия! Россия! Мы живем спокойно, так не дестабилизируй ситуацию. Так может вы достали, что ты стала посреди дороги? Вы уйдете. Что успокойся, езжай вон туда и там бастуй дальше. Мы живем спокойно и будем жить спокойно, понятно тебе? Ну так а кто тебе денег дал, что ты здесь стоишь? Да что ты рассказываешь, что ты просто так вышла здесь стоять? Иди работать, я, блядь, стою, работаю каждый день, а ты стоишь здесь с плакатом, умница. А вы работаете, тут стоите, вы что, на деньги тут стоите? Я тут остановился и вышел, потому что достали вы все. Простой человек, я здесь нигде не стою, работаю каждый день. Я инвалид и работаю, жить хочу спокойно, блядь. Что вы сказали? Дави!